каждом доме, в каждой семье есть свои герои войны. В те страшные годы люди уходили на фронт, чтобы защитить свою семью, свою страну. И подвиг каждого вписан в истории нашей с вами свободы. Сколько их осталось лежать на полях битв, сколько потеряли здоровье и близких, но мы помним всех. Больше месяца фашисты не могли сломить сопротивление героических защитников Брестской крепости. Враг был остановлен под Ленинградом. Длительные кровопролитные бои шли под Смоленском, Ржевом, Тихвиным, Новороссийском, на Малой Земле. Миф о непобедимости фашистской армии был развеян в битве под Москвой. Здесь фашисты потерпели первое крупное поражение. Победа под Сталинградом была коренным переломом в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Затем последовал разгром фашистских войск в сражении на Орловско-Курской дуге. И за каждой маленькой победой и большим сражением стоит бессмертный полк. Наши с вами деды и прадеды идут сегодня с нами рядом, и мы гордимся этим. По главной площади Новосибирска продолжается движение колонн бессмертного полка. С праздником! С Днем Победы! Ура! Свои герои войны. В те страшные годы люди уходили на фронт, чтобы защитить свою семью, свою страну. И подвиг каждого вписан в историю нашей с вами свободы. Сколько их осталось лежать на полях битв, сколько потеряли здоровья и близких. Но мы помним всех. Мы встречаем на главной площади Новосибирска колонну бессмертного полка. В этом году в колоннах бессмертного полка принимает участие рекордное количество человек. Более 50 тысяч новосибирцев! Ура! Thank you.
и смертный путь – это шествие нашей с вами памяти. Памяти о тех, кто бесстрашно встал на защиту нашего с вами будущего, нашего счастья и нашего мирного неба над головой. И пусть ваши герои не могут пройти сейчас по главной площади города, вы пронесете их портреты. С каждой фотографии на нас смотрят глаза, видевшие ад страшной войны. Смотрят люди, не пожалевшие своих жизней во имя великой победы. Они должны идти победным строем в любые времена. Идет бессмертный полк. Дети, внуки и правнуки тех, кто воевал. Они несут в своих сердцах память о дорогом и близком человеке. Вот они, наши защитники. Люди, совершавшие подвиги во имя мира на земле. Простые люди, которых страшная война сделала героями. Никто не забыт. Ничто не забыто. С праздником! С Днем Победы! Ура! Новосибирска продолжается движение колонн бессмертного полка. Каждая семья чествует своего героя, ведет его по улицам весеннего города, словно показывая то, за что он воевал. Только одно место, ага. И за каждой маленькой победой, и за каждым большим сражением стоит бессмертный полк. Наши с вами деды и прадеды идут сегодня с нами рядом, и мы гордимся этим. Праздником! С Днем Победы! Ура! Больше месяца фашисты не могли сломить сопротивление героических защитников Брестской крепости. Враг был остановлен под Ленинградом. Длительные кровопролитные бои шли под Смоленском, Ржевом, Тихвиным, Новороссийском на Малой Земле. Миф о непобедимости фашистской армии был развеян в битве под Москвой. Здесь фашисты потерпели первое крупное поражение. Победа под Сталинградом была коренным переломом в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Затем последовал разгром фашистских войск в сражении на Орловско-Курской дуге. Мы выстояли. Мы победили! С праздником! Ура! По главной площади Новосибирска продолжается движение колонн бессмертного полка. В этом году движение колонн бессмертного полка принимает участие беспрецедентное количество участников. Более 50 тысяч новосибирцев. С праздником! С Днем Победы! Ура! Каждый сантиметр родной земли отвоевывали как частицу своей Родины. Не было незнакомых поселков, не было безымянных кусок. Все было одной Родиной, Родиной
на свободу которой покусился враг. Бойцы шли вперед до Берлина. Кто-то пал в смертельной схватке и остался лежать. А те, кто выжил, подняли знамена и пошли навстречу победе. В каждой семье хранится своя история победы в письмах и фотографиях с желтые конверты хранят столько любви, преданности и отваги. Никого не пощадила война. И сегодня бессмертный полк идет по главной площади города. Полк великой памяти. Полк отважных подвигов и сердечной боли потерь. С праздником! С Днем Победы! Ура! Германия признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Ликование победы разнеслось по нашей огромной и могучей стране. Враг был повержен, но цена тому была очень высока. Жизни миллионов людей, разрушенные города, сгоревшие села. Но главное, война закончилась, и страна чествовала своих героев. Приветствуем тебя, бессмертный полк, с праздником, с Днем Победы! Ура! В каждой семье есть свои герои войны. В те страшные годы люди уходили на фронт, чтобы защитить свою семью, свою страну. И подвиг каждого вписан в истории нашей с вами свободы. Сколько их осталось лежать на полях битв, сколько потеряли здоровье и близких. Но мы помним всех. В этом году шествие колонн бессмертного полка принимает участие беспрецедентное количество участников. Более 50 тысяч новосибирцев. Слава тебе, бессмертный полк! С Днем Победы! Ура! Бессмертный полк – это шествие нашей с вами памяти. Памяти о тех, кто бесстрашно встал на защиту нашего с вами будущего, нашего счастья и нашего мирного неба над головой. И пусть ваши герои не могут пройти сейчас по главной площади города, вы несете их портреты. С каждой фотографии на нас с вами смотрят глаза, видевшие ад страшный. Смотрят люди, не пожалевшие своих жизней во имя великой победы. Они должны идти победным строем в любые времена. Идет бессмертный полк. С Днем Победы! Ура! Дети, внуки и правнуки тех, кто воевал, несут в своих сердцах память о дорогом человеке. Вот они, наши защитники. Люди,
совершавшие подвиги во имя мира на земле. Простые люди, которых страшная война сделала настоящими героями. Никто не забыт, и ничто не забыто. С праздником! С Днем Победы! Ура! Каждая семья чествует своего героя. Ведет его по улицам весеннего города, словно показывая то, что, за что он воевал. Больше месяца фашисты не могли сломить сопротивление героических защитников Брестской крепости. Враг был остановлен под Ленинградом. Длительные кровопролитные бои шли по Смоленском, Ржевом, Тихвинным, Новороссийском, на Малой Земле. Миф о непобедимости фашистской армии был развеян в битве под Москвой. Здесь фашисты потерпели первое крупное поражение. Победа над Сталинградом была коренным переломом в ходе не только Великой Отечественной, но и всей Второй мировой войны. Затем последовал разгром фашистских войск в сражении на Орловско-Курской дуге. За каждой маленькой победой, за каждым большим сражением стоит бессмертный полк. Наши с вами деды и прадеды идут сегодня с нами рядом, и мы гордимся этим. Мы выстояли, мы победили. С праздником, с Днем Победы! Ура! Назад. Фашистская Германия признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Ликование победы разнеслось по нашей огромной и могучей стране. Враг был повержен. Но цена тому была очень высока. Жизни миллионов людей. Разрушенные города, сгоревшие села. Но главное, война закончилась, и страна чествовала своих героев. Приветствуем тебя, бессмертный полк! С праздником! С Днем Победы! Ура! Каждый сантиметр родной земли отвоевывали как частицу своей родины. Не было незнакомых поселков, не было безымянных высот. Все было одной родиной. Родиной, на свободу которой покусился враг. Бойцы шли вперед до Берлина. Кто-то пал в смертельной схватке и остался лежать. А те, кто выжил, подняли знамена и пошли навстречу победе. В каждой семье хранится своя история победы в письмах и фотографиях с фронта. Желтые конверты хранят столько любви, преданности и отваги. Никого не пощадила та война. И сегодня бессмертный полк идет по главной площади Новосибирска. Это полк великой памяти. Это полк великой победы. С праздником! Ура! Семьдесят лет назад.
Фашистская Германия признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Ликование победы разнеслось по нашей огромной и могучей стране. Враг был повержен, но цена тому была очень высока. Жизни миллионов людей, разрушенные города, сгоревшие села. Но главное, та война закончилась, и страна чествовала своих героев. И мы чествуем их сегодня. Приветствуем тебя, бессмертный полк. С праздником! С Днем Победы! Ура! В семье есть свои герои войны. В те страшные годы люди выходили на фронт, чтобы защитить свою семью, свою страну. И подвиг каждого вписан в истории нашей с вами свободы. Сколько их осталось лежать на полях битв. Сколько потеряли здоровье и близких. Но мы помним всех. Мы помним каждого. Продолжается движение по главной площади Новосибирска Бессмертного полка. В этом году в колоннах Бессмертного полка принимает участие рекордное количество участников. Более 50 тысяч новосибирцев. С праздником! С Днем Победы! Ура! В доме, в каждой семье есть свои герои войны. В те страшные годы люди уходили на фронт, чтобы защитить свою семью, свою страну. И подвиг каждого вписан в истории нашей с вами свободы, нашей с вами победы. Сколько их осталось лежать на полях битв, сколько потеряли здоровья и близких. Но мы помним всех. Мы помним каждого. По главной площади Новосибирска продолжается движение колонн Бессмертного полка. В этом году в колоннах Бессмертного полка принимает участие беспрецедентное количество участников. Более 50 тысяч новосибирцев. С праздником! С Днем Победы! Ура! Бессмертный полк – это шествие нашей с вами памяти. Памяти о тех, кто бесстрашно встал на защиту нашего с вами будущего, нашего счастья и нашего мирного неба над головой. И пусть ваши герои не могут пройти сейчас по главной площади Новосибирска, вы несете их портреты с каждой фотографии. На нас смотрят глаза, видевшие ад той страшной войны. На нас смотрят люди, не пожалевшие своей жизни во имя великой победы.
Они должны идти победным строем в любые времена. С праздником, с Днем Победы! Ура! Назад. Фашистская Германия признала себя побежденной и объявила безоговорочную капитуляцию. Ликование победы разнеслось по нашей огромной и могучей стране. Враг был повержен. Враг был побежден. Но цена тому была очень высока. Жизни миллионов людей, разрушенные города, сгоревшие села. Но главное, та война закончилась, и страна чествовала своих героев. Приветствуем тебя, бессмертный полк! С Днем Победы! Ура! Продолжается шествие по главной площади Новосибирска бессмертного полка. В этом году в колоннах бессмертного полка принимает участие беспрецедентное количество участников. Более 50 тысяч новосибирцев. С праздником! С Днем Победы! Ура! Победили! С праздником! С Днем Победы! Ура!